Злодей с мотивацией, здесь все отравлено, это хорошо. Осилил кусками в 4 захода, что я упустил. В целом, не хейчу кинокомиксы. Марвел плюс-минус переварил, кроме Пантеры. Ну вот, на мой взгляд, Снайдер Кат хорош в том плане, что он не хуже Войны бесконечностей. То есть, да. Я типа... Я на мой взгляд, без иллюзий по Снайдер Кату. Это не Гражданин Кейн, блядь. Как бы это как бы просто фильм по комиксам, который, с моей точки зрения, если кому-то вот понравилась «Война бесконечности» и не понравился «Снайдер Кат», то я не понимаю, почему. Потому что... А мы перешли уже к «Снайдер Кату»? Или, ну, через донат мы перешли к «Снайдер Кату»? Ну, там просто донаты, понимаешь. Мы можем, в принципе, и про «Хранителей» продолжить. Вот. Сейчас, я просто... У меня... Подожди. Просто когда мы переходим к «Снайдер Кату», это нужно начать с этого, понимаешь? Вот с этой фразы. Материнские кубы сделали меня тем, кто я есть. Ах, хуйло болельщика. Тебя топором разрублю. Материнские кубы сделали меня, блядь, тем, кто я есть. Ну, кстати, я согласен. Это часто проблема с адаптациями DC почему-то. Потому что в сериале «Готэм» там аналогичная абсолютно проблема. Там Хьюго Стрэндж, короче, всех высрал. Вообще всех персонажей взял, создал. То есть и Давида Плюща, блядь, там, я не знаю, кого угодно просто взял, сделал про всех персонажей. Также, собственно, и в, значит, в Снайдер Кате, там просто из-за кубов появились нахуй все. Хотя, правда, в Марвеле тоже все появились одного из Камней Бесконечности, по сути дела, да? То есть тоже похоже. Вот, учитывая, что Тессеракт там нихуя не Тессеракт по понятной причине, а, блядь, ебаный куб, то это как бы, ну, такое. И говоря про кубы, мы сразу же говорим о самой главной проблеме Снайдер Ката, это графики, которые там выглядят плохо в сравнении с теми же Хранителями. То есть, смотрел с этими Хранителями и удивлялся, насколько хорошо по CG сделано, то есть оно там не бросается, а в Снайдер Кате CG выглядит намного дешевле, и вот эти кубы с странными эффектами частиц, очень простыми, то есть, в принципе, простой эффект, и они ничего лучше не придумывали, я вообще удивился. Ну, во-первых, кубы есть в комиксах, наверное, поэтому как бы они там существуют, но в целом вот этот артефакт в виде куба меня смущал, то есть, а может было что-то поинтереснее? Там, ну, есть разные формы, там, тетраэдик, не знаю. Слушайте, давайте сначала определимся немножко. Снайдер Кат норм или, ну, типа, говно? Потому что я считаю, что норм, опять же, в контексте этого Уидон Ката. Ну, по сравнению с Уидон Катом, он, понятно, норм, но по сравнению с Уидон Катом, блядь, лидит. Мои видосы на Ютубе тоже. Не, ну я действительно с большей охотой, на самом деле, бы... смонтировал 4-часовую, бля, подборку обзоров Just Ilya и посмотрел бы вместо 1.5 часов, блядь, как бы Уидон Ката, типа, серьезно. То есть там даже соотношение, типа, не 1:1, в принципе. Но и даже это, в принципе, не, как бы, не описывает моих эмоций по отношению к Уидон Кату. Я бы, наверное, «Тролль 2» как бы посмотрел бы с большей охотой, пересмотрел бы, блядь, я его смотрел, с большей охотой, значит, чем Уидон Кат. Уидон Кат просто, блядь, настолько плох. То есть, как бы, качество компьютерной графики в Снайдер Кате, оно, ну, типа, не образцовое. Но в Уидон Кате все еще хуже, блядь, потому что оно еще и осветлено все. То есть, да, слушайте, вот эта тема с осветлением, да. Очень, вот я посмотрел, когда Снайдер Кат, я такой, давай смотреть этот, Уидон Кат, ну, хотя бы минут 20. И видно, что они просто по экспозиции такие подтянули картинку. То есть, изначально, когда снимал Снайдер, как я понял, он в своих сценах намеренно выставлял свет определенным образом, намеренно настраивал камеру, и у него вот такая, знаете, темная, контрастная, достаточно хорошая картинка. А тут видно, что у него вот в тенях, как будто бы они такие в программе сидели, Уидон, этот монтажер сидел, и Уидон такой подходит, слушай, это, ебани тени +2, пожалуйста, сделай +2, и типа будет заебись, классно, Марвел получится. Колорист. Не монтажер, а колорист. Не, не, ну да, хорошо. Колорист. На, да, там там отдельный хорошо, специалист. Хорошо. Ну, просто... Извини, я понимаю. В любом случае, он такой, ёбни вот здесь, пожалуйста, +2 сделай. Ну, там как бы Уидон еще добавил охуительных шуток, блядь.
То есть, который пиздец как к месту смотрели. Моя любимая шутка, из Буденката. Достоевский! Вот это вот, когда этот флеш такой. Достоевский! Я такой, блядь, что за кринж? Что происходит? Там реально, блядь, предельно всратые ванлайнеры вставлены чисто, чтобы... Просто напоминаю. Увидано, когда в этом Чернобыле, в 30 километрах от Москвы, где живут поляки, ну вы поняли, да, то есть поляки, живущие под Москвой, в городе, где полностью все населено и все выглядит как Россия, живут поляки. Угу. И тут вот эти комары начинают летать, и девочка, я просто напомню вам, и девочка, она берет дихлофос и делает вот так вот. И я такой, что, блядь, как? Подождите, что? Я к тому, что, слава богу, убрали эту семью. Я так понял, что Уидон, он делал по таким лекалам, что типа, окей, в фильмах-катастрофах есть собака, которую все спасают, и через собаку мы проявляем эмпатию и начинаем как бы чувствовать всю опасность ситуации. А здесь польская семья каких-то людей, которые живут в непонятной эпохе, то есть они выглядят как будто бы на дворе 65-й год. Я не знаю, если честно... Проблема Уидона была прежде всего в том, что Уидон обычно делает фильмы, которые, ну, когда смотришь, надо... Которые обычно смотрятся без погружения абсолютно. Ну, то есть там именно смысл в том, что это фильмы, в которых персонажи почти понимают, что они находятся в фильме. Поэтому они высмеивают собственную фабулу, собственные все, значит, предпосылки для существования и так далее на протяжении всего фильма. Первые «Мстители», в общем-то, они как бы все были в этом. То есть, как бы кто-то без своего костюма, вот эти вот диалоги, все это Уидон написал, собственно. Вот. А «Лига справедливости», там была задумка-то другая, потому что Снайдер, у него наоборот все на серьезных щах, как правило, вообще без какой бы то ни было самоиронии. Вот совсем-совсем. То есть это даже не как там Человек-паук Сэма Рэйми. И тоже было много рафляных моментов, где там постоянно Брюс Кэмпбелл на заднем плане появляется. Вот, в разных ролях причем. То есть это даже не это. В одном фильме он комментатор рестлинга, в другом он Метрдотель. Метродотель, да? Да, это причем там оно должно было все вылиться в то, что он Мистерио на самом деле. Там, прикольно. Да, Брюс Кэмпбелл должен был в итоге сыграть Мистерио, и этим должно было объясняться, какого хуя он разных персонажей изображает на заднем плане постоянно. Но эту хуйню зарубили, в итоге у нас Мистерио в исполнении Рома Механика получился. Да, Рома Механик, да. Да. Азимандий, 100 рублей. Снайдер Кат — отличный супергеройский фильм, но никаких интеллектуальных отсылок или тем там нет. Разве что в начале забавно, когда чудо-женщина потралливает террориста-реакционера, который типа не любит просвещение, отвечая ему «believe it». Нет, чел, тут нету никакого троллинга, ты просто английский плохо знаешь. А значит, в плане террористов-реакционеров, я не знаю, заметили вы или нет, но вот эти террористы-реакционеры с Рузом Болтоном во главе, да, это как бы миниатюрная версия Дарксайда, как бы, который уничтожает миры и всех превращает в насекомых. То есть это такая маленькая, упрощенная очень версия, как бы, вот, главного злодея фильма. Давайте к Снайдер Кату. Я сижу, жду уже, как на иголках весь. Про Снайдер Кат? Да. Да. Ну, в общем, такое прочтение «Степного волка» Германа Гёссе меня удивило, честно говоря. Я немного охуел. Но она тоже имеет место быть. А я удивлен, что не было песни Born to be Wild, блядь. Как она появляется. Ауф. Ну, то есть он спрыгивает с этой хуйни, короче, да, на этой, на Томискире, короче, такой, там, Born to be Wild. Ты топором как хуярит, блядь, во все стороны. Так. Штеппенвольф. Так, да. Странно, кстати говоря, что его, в принципе, по-немецки называют. То есть... И это я его называю по-немецки. Ну, Степпенвольф, он вроде бы так и называется в оригинале. То есть это же не немецкий или...
А, ну, ну в этом смысле, да. Окей. Да. Вот, потому что с другой планеты, но, видимо, как-то проникло нет, туда. Все, все это, да. В общем, фильм... Слушай, я жду теорию, теорию, где люди разбирают и говорят, что планета, что немцы инопланетяне, короче. Да, это я, на самом деле, интересно, просто... а вас не смутило, они, может, что... Они, на Луне поселились. Да, это я к тому, что на самом деле я постоянно, вот, я когда захожу на эти теории по комиксам, я охереваю каждый раз, если честно, потому что такого высасывания из пальцев даже придумать невозможно. Вот, в общем, так как я так понимаю, что всем, кроме меня, все безумно понравилось, я считаю, что Снайдер Кат — это говнище с офигенно тупой графикой, отвратительно сделанной по сравнению с Хранителями, то есть я думал, может быть, я уже приелся, но вот я смотрел Хранителей, там все как бы так достаточно ровно и не режет глаз. В Лиге Справедливости графика прям мега ужасная. Ужасные фан-вставки вот с Джокером. Это какие-то, я думаю, просто косплееров наняли, как будто бы, ну, выглядит, как будто бы это косплееры сидят и, типа, что-то не изображают. Он говорит, а, это у меня карта, пока она у тебя есть, все хорошо. Это так, блядь, такая какая-то хрень непонятная. Они там еще почему-то глубину резкости меняли, то есть уже размытый такой. Это нигде не использовалось в фильме, то есть они внезапно решили добавить туда вот эту глубину резкости. Нахрена? Непонятно. Ну, заделывают, типа, фанаты рады. Чтобы заблюрить декорации. Отвратительные супергерои, просто скучнейшие. Какой-то Аквамен. Вообще, как бы, кому может нравиться Аквамен? Ну, кроме девочек, которые любят накачанных волосатых мальчиков, я не понимаю. То есть, в чем его, как бы, фишка? Он просто, типа, я такой этот самый... С рыбами базарит. Может, с рыбами базарю. Ну, ты пивко всех, пьешь, как бы... с мужиками, сидишь с мужиками, пьешь пивко. И тут с вами Аквамен. Mm-hmm. И хоп, он рыбки организовал сразу. Ну, единственное полезное, но пьет только Аквамен. Проблема вот в этом. То есть он, в принципе, обслуживает сам себя, и он такой независимый, но очень странная хрень. Киборг — это вообще отдельное нечто. То есть, как только рассказывают про киборга, как он появляется в кадре, у меня сразу же просто отторжение какое-то. У меня такой мега унылый ебач. Просто он... Есть такое. И мега унылая история. То есть парень вроде бы достаточно взрослый, но он обижен на отца, какой-то маленький мальчик, как школьник, как будто бы он там в школе учился, не знаю, в классе. Он школьник по сюжету. Он школьник. Он обижен на отца. Он обижен на отца. Это как школьники в фильмах Brazzers. Они все так. Ну, отец как бы ему жизнь спас и все дела, и как бы, в общем-то, тоже сопереживает, но, типа, я тебя все равно ненавижу. С его точки зрения, они из-за него разбились на машине. Ну, да. С точки зрения его... Все, ты разъем, все, слит, ждем. Ну, это как-то не очень, скажем так, убедительно, и как бы он такой... В общем, не знаю, у него мега унылая линия, мега унылый сам, и это просто вообще невозможно было его вытерпеть. И дизайн у него просто мега унылый. Вот. Единственное, что меня более-менее порадовало, это вообще Флэш, который... Как бы, и то, что у него шутки оставили, они более-менее заходили. Мне очень понравилось, когда они обыграли это исчезание Бэтмена. То есть это было смешно. Ну, для меня. После кучи этих самых нолановских Бэтменов, когда он внезапно исчезает, и кто-то решил это деконструировать. Но, в принципе, по сути, Флэш единственный, кто деконструирует как-то фильмы про супергероев, и этого не хватает, потому что слишком серьезное отношение к происходящему как бы все портит, и тоже как бы не верится в это все. Что еще? Ну, Вандер Вумен красивая, нормально, мне нравится. Вот единственный плюс. В общем, скучно. На самом деле, это круто, то, что твоя точка зрения вот именно такая, потому что мы здесь можем какую-то дискуссию произвести. И Супермен — это самый скучный вообще супергерой, который только возможен. Он настолько как бы нелеп, читерский, и типа все вообще построено. Мы воскресим Супермена, и дальше он решит. В общем, ну, на самом деле, мы просто говно какое-то из-под ногтей. Оказывается, типа, просто придет Супермен и всех убьет, и внезапно и молот сломает, и рога отрежет. Вот. Дарксайд — непонятный злодей. Злодей выглядит как сраные орки без задач, без чего-то. То есть я хочу весь мир превратить в... Генерик-злодей. Мух, да. Типа я буду сидеть, и вокруг меня мухи летают. Ну, то есть я говно, и они как бы вот налетели. Ну, конечно,
может быть, это идеальный мир, то есть он как бы, мир хочет по своему какому-то вот замыслу, ну, видимо, у него такой замысел преобразить, но окей, и это как бы не верится, это мне не переживаешь. Причем вот эти мухи, они все гуманоиды, то есть они все выглядят как люди с крыльями мух, при том, что очевидно, что он до этого захватывал планеты, где, в общем-то, были формы жизни, нихуя не похожие на людей по-любому. Но, тем не менее, они не представлены ни в каком виде среди мух. Как будто он захватил перед этим как раз землю. Потому что все мухи выглядят как земляне. То есть там... Возможно, там будет в конце такая сцена, он сидит за телевизором и говорит, мухи у нас... Ну ладно, это... У нас мух много, они спать мешают. Да, подожди, вот у меня такой вопрос. У меня такой вопрос к тебе. Смотри, у меня вопрос такой. Ты вот это сейчас все говорил, но ты это рассматривал в контексте того, что кинотеатральная версия существует. Я не видел ее, то есть мне, в принципе, без разницы. То есть вот есть так фильм, ты бы кайфанул, ты бы сел, включил бы Снайдер Кат и такой, о, другое дело. Не-не-не-не. Ну, типа, я думаю, что я того проблевался, а если мне Снайдер Кат не понравился, то вряд ли... Ну, это аттракцион для тех, кто любит эти комиксы, кто этим супергероям сопереживает. Я считаю, что любые вот эти вот кроссоверы, когда вот кучу всего собирают, это просто какой-то жуткий мезальянс листики и жуткий дисбаланс с точки зрения именно там сил героев, вообще какого-то как бы, логики восприятия хотели, ну, то есть это мезальянс, это некрасиво. Здесь я соглашусь, хочу, на самом деле. Красиво. Да. Есть такое. Но в плане Супермена, как я уже говорил, в Марвел... Капитан Марвел, например. Она вообще и не умирала, например, даже. Ты даже так их и специально держат, что Супермена, что Капитана Марвела, их выводят из кадра, понимая, что... Ну, Супермена вывели из кадра тем, что его убили нахуй. Хотя в предыдущей части он просто в пизду умер. Большую часть фильма его не было. И они долго думали, воскрешать его или нет. А Капитан Марвел, она, ее нет. Большую часть этой финальных Мстителей... просто потому что. Ее реально просто нет, вот просто она улетела, все. Ну да, типа, она типа, ваша вселенная не единственная, где есть проблемы. То есть и все. Там буквально нет объяснения, почему Кауху ее нет весь фильм, и почему она есть в конце фильма. Это, типа, вообще ни о чем. Не, хотя нет, она же не весь фильм. Ну, и, короче, понятно, о чем я говорю. Так или иначе, она в какие-то моменты есть, в какие-то ее нет, блять. Просто появляется в конце, все фиксит. То есть это, ну, как бы... Ну, да. В этом плане в Лиге Справедливости лучше сделали значительно, что, блядь, он дохлый большую часть фильма, его, блядь, убили нахуй. Типа, все. Когда его воскрешают, он их пиздить начинает от шока. Есть... Слушайте, я, честно, я надеюсь, что просмотры у Снайдер Кат будут хорошие. HBO Max как-то оценит, сколько они заработали с этого. Потому что непонятно, да, то есть какая там, сколько подписалось людей. Потому что они могут говорить, что у нас там 30-40 миллионов просмотров. Это ничего не значит. Мы не знаем, сколько это в денежном выражении. Учитывая, что фильм дополнительные 70 миллионов стоил, плюс еще рекламные, наверное, 50 миллионов. Вот. И я жду, что ему дадут бабок и перестанут его ограничивать, как в этот раз, и он наконец-таки снимет вот то развитие сюжета, где Супермен ёбнулся и ходит и просто убивает все, что движется. Вот мне вот это интересно. Здесь есть как бы экономические причины, почему так не сделают, если это будет кинотеатральная версия. А если это будет для HBO, соответственно, это будет сериальный для того, чтобы у них было... подписка на больше месяцев, да, тогда он... Ну да. Снайдер да, Кат не просто как бы условно разбить на части, вот, чтобы было на больше месяцев, и тогда получается бюджет на секунду, если разделить весь бюджет на секунду да, времени, да, то он будет маленький, и мы будем вот такой вот Джокер, когда сидит, вот, будет так же выглядеть. Говно и говна. Карты там что-то, засунь себе ее в жопу, эту карту. Ну кринжопый, Джокер кринжовый, здесь вообще спору нет. На самом деле вот эта сцена, она классная, уберите оттуда Джокера, она станет... А я думаю, им надо было наоборот, короче, не вырезать оттуда нихуя и оставить реплику «Вели вы на сосаете», блядь, которая в трейлере была. Кстати, да-да-да, которая была в трейлере. Да потому что в трейлере Джокер поворачивается в кадр со словами «Вели вы на сосаете», нахуй. Да-да-да-да-да.
Да. Не, короче, Снайдеру не дадут нихуя сделать. Они сделают фильм про Флэша, и Флэш перепишет всю вселенную просто, и все. Кстати, во Флэше же как раз-таки должен быть и этот, как у Майкл Китон. Именно как Бэтмен должен появиться. Кстати, там, это вполне возможно, да. То есть там мультивселенная. Там каст какой-то безумный собирается вокруг фильма. То есть они, видимо, реально он будет скакать по временным линиям, там, где вот старый. Мультивселенная Бэтмен. DC, да. Да. Как Марвел, в общем-то. В Марвеле, скорее всего, тоже в какой-то момент будет какое-то объединение, там, блядь, Тоби Магуайр, нахуй, появится Человек-паук. Так, ну да. да, есть такие слухи. Так, Карл 12-й Урбан, 100 рублей, очень смешно. Кстати, не понял доёбов до момента с киборгом и бедной официанткой. Там же было показано, что это не рандомно спиженные деньги, а выигрыш в лотерее. Да, интересно. Ок. Ну, там доёб у меня только один, это как визуально показано. То есть это просто пошлятина жуткая. То есть у меня тут деньги появляются, и они увеличиваются. Ну, когда в банкомате снимаешь деньги, там как бы... Я подхожу, вот так делаю, счет пополняется. Нормальный интерфейс. Не, а самое главное, что когда ты смотришь на экран, где там показан твой баланс, если его в этот момент пополнили, то оно в реальном времени хуярит, блядь. Такой типа, охуенно. Да, это так работает. Азиманди, 100 рублей. Продолжаем парад аргументов Моллера. Альфред мог создать броню, которая может сопротивляться лазеру Супермена, следовательно, фильм говно. И Флэш просто спасает мир без самопожертвования. Вот у Тони Старка в «Мстителях» есть арка самопожертвования, следовательно, Лига справедливости говно. Спасибо за 100 рублей. Вы представляете, если у него такие тейки крутые, то какие будут тейки у красного циника? Да, я обращаю внимание, Моллер, он как бы не конченый долбоёб. То есть я так-то на него подписан, если что. То есть у него неплохие обзоры там на «Звёздные войны», там на «Парк юрского периода», сиквелы. Но как бы даже тут чувак, скажем так, сдал немного. Какие же будут обзоры у долбоёбов? Страшно представить, да. Так. Так. Надо у Сармата спросить, что там у Маркса про путешествие во времени написано. Да, да. Как тебе трейлер «Отряд самоубийц»? Обсудили уже. Я, видимо, один, кто заметил, что обзор Моллера вышел 1 апреля. Возможно, он рофлит. Да, двухчасовое видео с монтажом. Как бы, да, по рофлу. У чувака видео выходит раз в полгода, блядь, да. Прототипе киборга вот спиздили данные 500 000 000 юзеров на ФБ, а своем иди нахуй. Я охуею с того, как в России любят кретинские драмы с Уиллом Смитом. Ну, может быть. Ну, это на самом деле я даже согласен немножко, потому что какой там, как этот фильм называется, где он со своим сыном ходит и все, кубик Рубика пытается продать или что он пытался продать. В поисках счастья. Да, нравится, не нравится? Что-то я как-то даже не смотрю. Я такое не смотрю. Ну вот, я даже, типа, ну, я дропнул просто. Я такое, типа, даже у меня в мыслях нету такое включить и начать смотреть, даже в самолете. Не, просто он на самом деле логичный вопрос задает, потому что я все время вижу его в рекомендациях, именно в том плане, что когда люди списки составляют или когда обсуждают, типа, вот. Вот после нашей эры я смотрел. Вот. Это с динозаврами? Ой, о чем речь, подожди. Какая? Уилл Смит с сыном, когда... Не, все, я понял. Ты его смотри, тебе понравился? Ты сейчас смотришь на меня как на долбоёба, я понял. Я-то вижу тебя в обед. Я-то не вижу тебя, мне приходится на стриме смотреть. Конечно, понравилось, блядь. Как может, блядь, не понравится? Пауза длительная. Фильм Шьямаляна, блядь, с Джейденом Смитом в главной роли. Как, блядь, может не понравиться? Ты как бы... Блять. Хороший актер. Хуеть. Типа, посмотрел я, значит, знаешь, фильм, блядь, Blood Rain 8, как бы, ну тебе понравилось, блядь. Подня, посмотри. Фильм Blood Rain. Хуеть. Типа, даже не знаю, что ответить, если честно. Как бы. Ну тогда и говори, тебе понравилось, говно.
Ну, Иван, я просто спросил, ты должен был ответить. Нет, конечно, ну, и все. Как земля, это блядь. Я не знаю, что тебе ответить. Понравилось ли мне, блядь, после земли, или как хуйня называлась с Уиллом Смитом, блядь, пиздец. Ты просто говоришь, нет, иди нахуй. Можешь с точки зрения лингвиста проанализировать формулу антижизни. Блять. Я нашел формулу антижизни, блять. В оригинале смотрел, как она на английском называется? Блять, anti-life она называется, блять, в оригинале. Ну, все. Она так и называется. Это как бы формула антижизни. Это вот буквальный перевод. Ну вот, дойдем в форму антижизни, тогда и заживем. Эх, Петька, найдем формулу антижизни, перебьем всех белых, блядь. А вот в моей молодости какая антижизнь хорошая была, свежая, в очереди по утру, и за антижизнью. Антижизнь была, блядь, большая, нахуй, по 5. Я бы сегодня маленькая по 3, блядь. Причем Darkseid, он как бы забыл, во-первых, на какой планете была эта ебучая формула, которую он в начальной заставке нашел, как бы. Так ему пизды дали таких, что он уж память отшибла. Да, и он как бы оп. И кубы, блядь, он забыл, на какой планете проебал. Свои же, блядь. Слушайте, я нашел, смотрите, короче, единственный момент, где Уидон Кат лучше Снайдер Ката. Когда... Нам показывают древние времена, когда Зевс, короче, пиздит Степпенвульфа. Степпенвульф не откидывается, его увозят. Он такой, ой, мне плохо, меня увезли. А он лезет в драку, но вот эти мухи понимают, что, типа, мы уже проиграли. И они его затаскивают. Хорошо, хорошо, мужик. А он как пьяный мужик. Да я ему пизды дам. Они его, нет. Они его затаскивают в корабль и улетают. Да. Вот. Да, возможно. Зимой я ем сухую антижизнь. У вас антижизнь обезжиренная или как? Сколько процентов живет? Антижизнь, ты меня называла. Какой пиздец. Это, блядь, охуенно, да. Он реально забыл, на какой планете проебал, блядь, эти кубы. Это жизненно. Я бы понял, если бы они добавили сцену, где он просыпается, типа, что вчера было, и такие мальчишник, блядь, бегается на хуй. Где, блядь, антижизнь, кубы, блядь, где вся хуйня. Подожди. Мальчик, антижизнь нам принеси. На народу, блядь. Кубы, блядь, эти материнские кубы. Ой. Зашиты в стуле. Охуенно. Хорошая антижизнь пошла. Забористо. В чате еще отсылки. Осуждаю суперменофобию. Иисус Христос, мой лучший бог, и не ищи подвох, если не лох, танцуй, пока не знаю. Ладно. Это библейская отсылка, которой не хватает фильма Зака Снайдера очень. Саундтрек от DJ Астафора. Ладно. Вспомни, как выглядят криптонцы и зеленые фонари, они же все гуманоиды. Ну да, но это именно зеленые фонари. Как бы у тебя пальцы как бы должны быть, чтобы кольцо нахуй носить. Что, кстати, недочет. Как бы казалось бы, межгалактический совет должен был предусмотреть этот нахуй нюанс небольшой. Он же там форму меняет, кольцо же похуй. Ну ладно, хуй с ним, действительно. Так. Защитники обсуждаете, да. Ну, короче, Силентиуму нужны голые ступни в траве на экране, иначе визуал говно. А я не уверен. Не понимаю, почему именно голые ступни. Я не уверен, что в Снайдер Кате не было голых ступней. Я просто, типа, я не фанат Тарантино, я не выцепляю, блядь, ебаные ступни в кадре. Как бы. Слушайте, можно я один прикол, короче, я вчера выпустил обзор на комиксный фильм этого «Майор Гром». Ага, так. Да, и, во-первых, завидую, что ты не можешь посмотреть такой фильм, потому что ты в Америке. Вот, это раз. А два, замат, извини. Короче, фильм, ну,
с точки зрения продакшена классный, но фильм говно. И я типа сижу 13 минут объясняю, что фильм, ребят, говно, он плохой. Типа на 40-й минуте у людей кончаются идеи и начинается какая-то... А в комментах пишут, что купленная рецензия, дай угадаю. Угу. Не, в комментах наоборот говорят, ты долбоёб, поддержи наших, ты вообще, ты чем фильм смотрел, мне вот все понравилось. Но... И вот у меня там портал ВАТ открыл там, в комментариях, 400 комментариев, где, где меня хуесосят. И сегодня я зашел в телеграм-канал одного техноблогера, имя называть не буду, вот, и он пишет: «Я смотрю сейчас «Майор Гром», еще не досмотрел. Войсом потом запишу, но это просто охуительно. Во всем. Я впечатлен». Ну и дальше идет войс, но я его включать не буду. Это правильно, так. Только если вот так вот. Ну вы поняли. Вот. Есть. Это я вижу в этом какую-то закономерность. Окей. Мне кажется, ты просто не попадаешь как бы в желание аудитории. Ну как с Триером. Ну да, фильмы-то одинаковые. Триернуло немного. Триернуло. Бля, меня сейчас триернет. Да, ну мне подсказали, что у Флэша были ступни. Да, я вспомнил, у него же ботинки порвались в сцене, где он мулатку там спасал. Кстати, криповая сцена, когда он спасает эту мулатку, она же его не видит нихуя, он ее, блядь, как бы за лицо трогает, как... Очень странная срань. Он ее трогает. И сосиски летят. Да, он ее трогает за лицо, и из края экрана выплывает сосиска, блядь, ебаная. Это очень странная срань. Он еще берет сосиску, кладет в карман, как будто это сигара, блядь, такой. И причем, ну непонятно, нахуя он это делает, это потом, как бы. Для собак. Это потом показано. Вот, а в этой сцене он типа гладит по лицу эту мулатку, блядь, сосиску под... Я думал, он ее есть будет сейчас, сосиску, либо что, у меня такие мысли были. Сосиска выстрелила. Я другое думал, я просто, как бы, я видел, как бы, помимо Снайдер Ката, я знаю еще один фильм, есть очень хороший фильм, Кластерфак 6, вот, с Келли Уэллс. Там тоже про практические применения, как бы, сосисок, как бы, есть. Вот, я в какой-то мере даже могу порекомендовать. То есть это тоже в какой-то мере кино. Токсик, видимо, в курсе, судя по рецензии в чате, блядь. Вот. Ну, Келли Уэллс там задницу хот-дог засовывает, короче. Так, идем дальше. Короче, Снайдер Кат херня, Эми Адамс милашка. Аффлек еще сказал «I'm dead inside». Ну, Снайдер затейник. Я дико проорал с того момента, когда Галь Гадот на корточках пули отбивала, зачем Уидон это говно вырезал. Ну да, как бы фишка, в общем-то, чудо-женщины Галь Гадот именно в, как бы, том, что она как бы постоянно на карачках перемещается. Чисто гуськом. На протяжении как бы трех нахуй фильмов. Этот чел вообще Уидон Кат смотрел, на фоне этого можно сказать, что Снайдер сделал все, что мог. Ну, с моей точки зрения... Я на самом деле жду, когда вот эта практика приобретет какой-то более массовый характер, и Warner Brothers, например, сделает этот, Лига Справедливости Майкл Бэй Кат. А потом... Тарантино Кат. Они дадут фильм Тарантино Кат, например. Где, короче, у всех лопаются обувь, и как у Флэша, без объяснений, нахуй. Типа... Просто не с хуя такая, нахуй, постоянно. Слушайте, я так и представляю, как Тарантино выписывает себе Галь Гадот, говорит, надо отснять материала дополнительного. Не, я вообще хочу, чтобы Тарантино снял сиквел про Соника, блядь. Это будет, короче, Соник Девиант Арт Кат, блядь, называться. Так... Тейк красного циника, скорее всего, будет. Не, ну в фильме нет красного Супермена, фильм говно. Ну вы знаете, что типа есть как бы мультик про Супермена-коммуниста. Да, я его смотрел, он там со Сталином на Вась-Вась такой. Сталин, слушай, там, ну вы видели, не видели? Правильно, блядь, правильно. Дичь лютая, если честно, дичь лютая, конечно. Да. А там еще где-то у кого-то был тейк, когда я смотрел всякие обзоры. А там типа эпоха героев и показывают, короче, вот эту вот Россию и там Гагарин. Там, Питер, ой, там глава такая-то, эпоха героев, типа Гагарин, что они уважают Россию. Нормально. Это, именно это имели в виду. Так, что за Моллер? Какой-то Маулер пишется. Скажи рецепт антисныти.
Надо у кота Васьки спросить, как скрафтить антижизнь дома из фольги и говна. Антижизнь? Действительно, антижизнь. Кто бы мог подумать? Действительно. Всем привет, с вами Влад А4, и сегодня мы пьем антижизнь. Кобяков, что с тобой? Антижизненно. Антижизненно. Не пил антижизнь. Точно, точно. Антижизненно. Людмурик. Я правильно понимаю, что на самом деле выбор размера 4 на 3 Snyder Cut было сделано не как художественное решение, а тупо, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Я думаю, да. Я думаю, да. Не-не, он просто... Он сыряк. Он взял сырой материал и наименьшим образом его обрезал. Потому что если ты его до 16 на 9 разгоняешь, то ты должен зумить. И у тебя верхушка и низушка отползает. Потом, ну, в общем, полтушка. Короче, суть в том, что... Там все равно обрезано. Смотри, объясняю. Вот ты видишь меня в этом в Дискорде? Матрица. Да. У нее форма у матрицы вот такая, как примерно у кадра. Она не квадратная. Она как раз, ну, не 4 на 3, но 3 на 2 где-то. И когда ты, короче, снял, ты должен все равно отзумить, чтобы у тебя... Ну, сделать зум-ин для того, чтобы у тебя картинка заполнила весь кадр. Ну, не всегда, типа, это возможно, они снимали именно так, но это не всегда так. Типа, это зависит от камеры, производителей и так далее. То есть, всегда... И от объектива еще, да. Да, объектив, который у тебя, соответственно, может либо бочку дать на этом матрице, либо просто каше. Смотри, вот этот фильм, он не снимал на... Объясняю. Короче, у меня есть видос по этому поводу. Uh-huh. Он снимал, значит, «Бэтмен против Супермена» на аноморфотный объектив. Тот как раз дает выпуклость картинки, но ее очень сильно... Да-да, и растягивает по краям. Ну, линзы цилиндрические, они как бы ее... Да, и края становятся очень мыльными. И его это немного раздражало. На самом деле он очень сильно рефлексировал, потому что «Бэтмен против Супермена» его захуесосили как следует. Он золотую малину получил за него. И он даже в интервью говорит, что типа, блин, я услышал этот фидбэк и понял, что мне нужно работать в несколько другом ключе. И он снимал не на аноморфот. И большую часть кадров старался снимать... Ну, то есть он старался снимать кадры и на IMAX камеры, и на обычные, но без аноморфотной оптики. И что еще тоже такой момент. Когда ты когда мы смотрим, например, «Бэтмен против Супермена», там периодически кадры меняются на IMAX камеру, на аноморфот. IMAX... То есть у нас есть каше, потом оно пропадает. Потом снова появляется каше, потом оно пропадает. Тут он от этого избавился, и он на самом деле старался... Понятно, что 4 на 3 — это супер странное решение с точки зрения обычного зрителя, учитывая, что у нас у всех телеки стоят 16 на 9. Ну, странное. Пофигу, это ты типа... Там, и одно, слушай, и одно, как мне кажется, одно из самых главных, конечно же, стремлений во всей этой ситуации — это тупо, визуально, максимально, насколько можно, отличаться от виденката. Чтобы прям... Ну, может быть, похоже тоже на правду. Я думаю, что именно площадь кадра, чтобы было меньше, меньше на CG тратить, возможно. Потому что если тебе задник большой рисовать... Ну, тебя... может быть, но, блин. Понимаешь, в чем прикол? Ты отрисовал, вот у тебя матрица, ты отрисовал вот на этом кадре. И дальше ты просто зазумил, все. То есть тебе на самом деле даже меньше надо рисовать. Ты просто кропнул, у тебя камера снимает в 6К, в 8К, в 4К. Ты это кропнул чуть-чуть, и все у тебя нормально. Тебе задники так сильно не надо рисовать. Ну, в общем, anyway. Вы... Ну да, да. Не так важно. 1-0-1. Никак это на фильм не влияет, скажем так. Да, не будем этот техноблок обсуждать, в общем, вы поняли. А ну давай. Так, это самое. Кубические мать яйца судьбы. 100 рублей. Толь, твое ревью на минуту в телеге в точку. Снайдер Кат норм фильм для любителей комиксов, а так на уровне или даже лучше всех Мстителей, кроме первых. Такие же ебанутые злодеи с антижизой и кубами с говном. Палитра лучше стала, да, но в целом солидарен с Силей, типичный супергеройский высер. Бэтмен и Робин хоть ржачные были, а это фэ. Спасибо за 100 рублей. Нет, тейк циника будет. Вот здесь Супермен говорит, что нужно убить всех парадемонов. Но вот тут он, конечно, имеет в виду жителей Советского Союза. Автор сценария палится своей русофобией и хейтит СССР. Да, да. А Россия правопреемник Советского Союза, а значит, он против России. А если ты против России, значит, ты русофоб. Это, кстати, реалистичный достаточно тейк. Потому что они действительно, типа, видят, типа... А вот на экране, как бы, блядь, демоны из ада...
Ну, они символизируют, блядь, советский народ, как бы, и поэтому автор русофоб. То есть это типичная достаточно хуйня. Мне одному кажется, что далеко не первая проблема Бэтмена против Супермена – это объективы на камерах и сами камеры. «Бэтмен против Супермена» – отличный фильм. Мне он понравился. При втором, правда, просмотре. «Танос коммунист». Там нет ничего про перераспределение благ. Так что непонятно, коммунист Танос или нет. Танос верит в мальтузианскую ловушку, блядь, в масштабе вселенной. Так себе идея. Ну, да ладно. В принципе, не обязан быть прав. Дарк Саныч, 100 рублей. Блядь, здесь же три материнских куба должно быть. Хуйня какая-то. Здесь было три куба. Где они? Спиздили. Это говно спиздило три куба. Суки! Им нельзя доверять. Нельзя давать ключи. Говно! Спасибо за 100 рублей. Это вас, кстати, не смутило, что Чудо-женщина, она в катакомбах под, блядь, храмом обнаруживает, блядь, икону с изображением Дарксайда, где греческими буквами написано «Дарксайдос». Ну, не то чтобы это икона, я так понимаю, что это просто наскальная... Неважно. А басковый кат будет или нет? Басковый кат, да, было бы интересно. Да, Баскова, как, она Баскова, кат, точно. Баскова. А, Басковый кат? Басковый кат, да-да-да. Братишка, я тебе антижизни принес. Да-да. Покушай. Может, соберетесь духом, перескажете сюжет Снайдерката? Я же не буду это смотреть никогда. Ёбнулся, блядь. Да, обязательно. Напомни его, пожалуйста. Обязательно. Возьми два куба, ну хлебни антижизни, ну три, блядь. Что тебе стоит? Какой была бы Лига Справедливости, если бы ее снимали Тарантино, Триер, Быков? Ну, мы это уже обсудили. Если бы Быков снимал, точно знаю, что назывался бы просто Лига. Все пили бы антижизнь, и кубы сломали бы подростки. Кубы сломали бы подростки, и вот Дарксайд с батей идет чинить кубы к подъезду. Чинит, они жалуются, говорят, вот, я сейчас выучусь, стану этим Степпенвульфом, полечу на другую планету. Один сломал, другой потерял. Потом у Быкова что там должно еще произойти? Они с батей, он едет, саундтрек короче, понимает, Цоя. Что... Да, саундтрек Цоя, и кубы в общаге, где эти комары живут, кубы сломаны, он говорит, блядь, здание упадет. Ну, вы поняли, там ну, дальше да. Пошло-поехало, короче. Да, кстати говоря, вот насколько в «Хранителях» тему музыкальной вставки Hello Dark, Darkness My Old Friend, вот эта вся хуйня. Вот настолько всратые музыкальные вставки в Снайдер Кате. Я охуевал, бля, весь фильм. От того, насколько говно, блядь, там играет в саундтреке постоянно. Я что-то пытаюсь вспомнить, даже не помню. Я только вот эти завывания Чудо-женщины помню, и все. Нет, там много, там дохуя этих сцен, просто до жопы. И вся выглядит как музыка, которую, блядь, Эллиот Пейдж играл в фильме «Джуна» на укулеле. Рандомный инди... Да, да. Так, а супергерой Человек-медведь в российском «Притяжении» это про... Не, чел, это не в «Притяжении» было. Хотя кроссовер был бы интересный. Вы знаете, что... Лучше бы они против злодейств. Злодей, который в этом самом, как в «Защитниках», он похож, в принципе, чем-то на Стивенвулфа, на этого самого, как его, Дарксайда. В общем-то, чуть как бы картинку затянить, и не отличишь, такие же орки. Да, есть такое... Да, это самое. В Америке будут ремейк снимать «Спутника». Это круто, потому что «Спутник» классный фильм. И я не понимаю хейта в сторону «Спутника». Кроме, конечно, концовки. Концовка немного смазала эффект. Но в целом это прям кинчик хороший, достойный кинчик. Ну да, но непонятно, нахуй нужен американскому зрителю в виде американского же фильма, потому что уже не будет эффекта от того, что все в совке происходит. Потому что русские... Ну, они же всегда так делают. А зачем им «Олдбой», зачем им 1+1? Нет, ну это понятно, но ремейк «Олдбой» это полный пиздец. Это я, пиздец, конечно. Я рекомендую рецензию от Your Movie Sucks на ремейк «Олдбоя». Потому что он как бы произведение искусства, вот как бы отдельное абсолютно.
То есть, надо будет чекнуть. Да. Ну, это... в смысле, с плюсом или с минусом ты имеешь в виду? Он просто интереснее, конечно, чем фильм. Он просто интереснее, чем фильм, да, блядь, значительно. Причем, ну, местами, я даже не знаю, мне, например, нравится оригинальный «Олдбой», но я с большей охотой как бы пересмотрел, по крайней мере, блядь, обзор, где сравнивается оригинальный «Олдбой» с ремейком на Your Movie Sucks, потому что... Это, блядь, дико угарная срань. И при этом, ну, как бы в то же время и показывает, в общем-то, избранные моменты оригинального «Олдбоя» тоже. То есть пересмотрел фильм его, не пересматривая. Так, Карл 12 Урбан, 100 рублей. «Лига справедливости» снята на пленку 35 мм в классическом формате 1.37:1, это почти 4:3. А вот скажи, занюхнул бы свитер Аквамена? Он же срал, не снимая его. Это уже как-то странно. Я для какого-то обзора хотел найти этот отрывочек, но так и не нашел. Короче, есть прикольная история про то, как Тарантино снимал однажды в Голливуде, и они же перекрыли там вот этот бульвар в Лос-Анджелесе, на котором они, ну, несколько дней, по сути, катались туда-сюда. Ну, снимали сцены, уличные сцены. И все эти вывески, все поменяли, то есть под вот тот период времени, то есть стилизовали, значит. Это дорого стоило, все дела, и там постоянно была куча зевак. И тут Тарантино рассказывает, говорит, я стою, мы обсуждаем сцену, там, готовимся к съемке. И тут, говорит, я оглядываюсь и вижу, как среди толпы стоит Джейсон Момо в костюме Аквамена трезубцем, uh-huh, и смотрит на меня. И я, говорит, ну, во-первых, охуел, а во-вторых, говорит, я не понял, что происходит. А потом понял, что где-то неподалеку был съемочный павильон, из которого он ломанулся, чтобы просто подглядеть, как снимается нормальное кино. Да, жалко, не будет ремейка «Ворона» с Джейсоном Момоа в роли «Ворона», блядь. Он просто планировался. Такое планировалось? Да, да, он планировался полным ходом, но потом его зарубили нахуй, потому что коронавирус, вся хуйня. Другие проекты, к тому же, «Аквамен». Вот, поэтому, короче, «Ворона» по-другому будут делать. Так, «Огуречный культ просвет», 100 рублей. «Лига справедливости» — фильм не о галактической войне, потому что в нем не продемонстрирована стратегическая ситуация и крупнейшие сражения по всей вселенной, не показано, как благодаря более прогрессивному методу производства земная экономическая система переломила хребет парадемоновским захватчикам, и не было сцены убийства Дарксайда. Полностью согласен. Подтверждаю. Это отсылка на рецензию «Культ просвета» на «Иди и смотри». То есть там именно тейк, что «Иди и смотри» — это не фильм про Великую Отечественную, потому что показана только Беларусь. Не, ну, кстати, тот факт, что Дарксайд потерял инфу о Земле, лично мою приостановку неверия не рушит. Все же были в истории всякие потери ценной информации по типу сожжения Александрийской библиотеки, а вот уравнение антижизни — это пизда. А у меня наоборот, с моей точки зрения, то, что он, блядь, взял, проебал эту информацию без объяснения в самом фильме, да, это гораздо больше пиздец, чем уравнение антижизни. Уравнение антижизни — хуй с ним. То есть, ну реально... Почему я считаю, что хуй с ним? Потому что они могли бы его назвать не уравнение антижизни, а выдумать какое-нибудь слово, и я бы не кринжевал, например, с этого, типа, похуй. Вот, например, фильм, я посмотрел фильм «Бекки». «Бекки»? Значит, да. Про девочку, да? Да, про девочку, которая борется со скинами. Вот. Весь фильм они охотятся за ключом, на котором Валькнут нарисован. Ну, как бы нихуя не объясняется, нахуй этот ключ нужен. И не, в общем-то, как и не бы надо похуй. Да, типа, да, да. Это как, да, этот чемодан из «Криминального чтива». То есть они могли бы это уравнение антижизни сделать какой-то дефолтной хуйней без конкретных, да, свойств. Да. Значит, да, без конкретных свойств. Но они просто ему дали идиотское название. Ну, как бы хуй с ним. То есть проблема, в общем-то, в названии просто. А как бы в случае с потерей, блядь, информации о Земле, это, ну, реально какой-то пиздец. Ну, это хотя бы в фильме надо было объяснить, показать. Да. Атланты прячут куб в секретной подводной башне под стражей лучших воинов и атлантов. Амазонки помещают куб под стражу в огромный зиккурат под охраной сотен амазонок, не спящих сутками. Люди, ну, короче, закопаем куб в лесу и уйдем. Все, чао, пока. Неплохо. Причем, типа, копнем чисто на метр.
Ничего экстремального, не надо тут придумывать. Ну так человеческий куб дольше всех найти как бы и не могли. Там... Не надо из кубов какой-то это самый вот повод делать. Ну куб, там куб. Именно смысл в том, что вот эти гигантские храмы и зиккураты, их, блядь, видно издалека, типа приходишь, ну там куб, походу, блядь. Ну да. Ну поэтому как бы человечество и доминирующая раса. Очевидно.